Где-то там, за колючими кустами ежевики, есть маленькое королевство эльфов и фей. А населяют его очень-очень маленькие существа. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Пойдем играть. Продюсер Фил Дэвис. Авторы идеи и режиссеры Мэри Лесли и Марк Бекки. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком лесу. Пропавшее яйцо. Абракадабра, абракадым, сделай нам мячик сине-голубым. Синий не хочу, красный. Что-то он маловат. Может, сделать его побольше? Нормально, давай в него поиграем. Лови, Бен. Лови, Гастон. Лови, Бен. Ой, прости. Холли, ты превратила мячик в это? Нет, это не наш мячик. Вот. А что это тогда? Похоже на яйцо. Интересно, откуда оно? Но здесь нет деревьев. Может, оно прилетело? Холли, яйца не летают. Но волшебные яйца летают. Может, это драконье яйцо? Гастон, а ты знаешь, что это за яйцо? Думаю, это значит нет. О, я знаю! Надо спросить няню Плам. Правильно! Няня Плам, быстрее! О, боже мой, в чем дело? Мы нашли волшебное яйцо. Или, может, драконье яйцо. Идем, мы покажем. Очень интересно. Яйцо. Вот это яйцо, няня. Это не волшебное яйцо. Это драконье яйцо? Нет, это просто птичье яйцо. Привет. Интересно, какая птица тебя снесла? Черный хвост. Няня, оно говорящее. Нет, это я, старый мудрый эльф. О, привет. Добрый день, миссис Плам. Как я уже сказал, это яйцо черного дрозда, а внутри этого яйца птенец. Откуда вы знаете? Он стучится клювом. Послушайте. Забавно. Няня, давай за ним ухаживать. Нет, нельзя трогать яйца диких птиц. Место яйца рядом с его мамочкой. Мудрые слова, миссис Плам. Правильно, но его мамочки здесь нет. Значит, нужно найти ее. Придумал. Гастон пойдет по следу яйца и найдет его маму. Умница, Гастон. У Гастона замечательный нюх.
Видимо, в воде Гастон потерял след. Ну и как мы теперь найдем его маму? Что будем делать, няня? Будь его мама здесь, она бы свела гнездо и села на яйцо, чтобы сохранить тепло. Можно я посижу? Твоя попка слишком маленькая. Нужна побольше попка. Привет, ребята. Здравствуйте, король. Па, пожалуйста, помоги нам. Чем вам помочь? Ваше Величество, посидите на яйце, пока мы строим гнездо. Мы будем очень благодарны. Хорошо. У папы очень глупый вид. У меня не очень глупый вид. Нет, папа. Представьте, мне очень неудобно. Вы недолго, надеюсь? Постараемся побыстрее. Нам надо построить гнездо. Я знаю, эльфы соберут ветки, а феи что-нибудь мягкое. Хорошо. Мы собираем ветки. А мы соберем пух. Этот пух очень мягкий. Ну, хватит. А сейчас волшебные слова. Пух. 7 веток, 2 листка. Лучше на свете не сыщешь гнезда. Прекрасно. Мне можно слезать? Конечно, Ваше Величество. Смотрите, трещина. Ой, папа, ты разбил наше яйцо. Нет, яйцо трескается само. Видите, это птенец. Ой, какой милый птенчик. Чудно. Сейчас мама услышит его зов и прилетит за ним. А я вернусь к работе. Смотрите, птенец идет за няней Плам. Обычно первый, кого видит птенец, это его мама. А этот птенец увидел няню первый. Вот он и думает, что няня его мама. Слушай, я не твоя мама. Птенец голодный. Мама должна дать ему еду. У меня нет еды. А что едят птенцы? Насекомых и червячков. Гастон насекомое. Гастон, может тебе лучше назад отойти? Нам надо найти червячков. Ну как? Мы их и заманим. Вот так. Они примут это за гром и выползут под дождь. Вон червяк. Ой, он убежал. О, давайте, ребята, еще разок. Вон еще червяк. Я сдаюсь. Нам их не поймать. Смотрите, наш птенчик такой голодный. Нам очень нужно найти его маму. Обычно мама прилетает, когда птенец зовет. Но он слишком тихо чирикает. Няня, сделай так, чтобы птенец чирикал громче. Сейчас. Зигзаг, сти, ну-ка, птенец, расти. О, нет, няня, кажется, заклинание не то. Птенец становится огромным. Я сделала это нарочно, ведь большой птенец будет петь громче. О-о-о. Не бойтесь, это ненадолго. Насколько, няня Плам? Может быть, минуту, неделю и... Магия проходит. А вот и
и мамочка прилетела. Ура! Что он говорит? Он говорит спасибо и до свидания. Пока! Няня, я проголодалась. Я тоже. И я. Как насчет сочных червяков, Ваше Величество?